реально победил коррупцию. Это факт. Он создал государственные структуры, которые эффективно работали и работают поныне. За первую же неделю посадили 5 бывших министров. И действующих, действующих министра энергетики забрали, одного там на вертолете забрали с сепаратистской территории, заставили за месяц принести им обратно все деньги. Потом начали сажать и своих, и свою блока там, парламентской партии за первые же 2 месяца, не разобравшись, которые поняли, что... Они поняли, некоторые пришли и сказали, сейчас наше время грабить. 4 наших депутатов посадили. Потом посадили моего близкого друга и одного из лидеров революции. Ираклий Укроши, министр обороны и генерального прокурора, за то, что он тоже не понял и тоже начал брать деньги. И так и мы навели порядок.